Salam aleyküm, hörmətli dostlar. Danışır və göstərir İrivan. Чтобы справедливость восстановить. Чтоб наш справедливость. Справедливость одна, истина одна всегда. На чужом несчастье счастье не построишь. На ну лжи, вот это вот в ухо, на лжи, да, вот это на в ухо азербайджанским нашим моим землякам. На чужом несчастье, как вы заходите в наши армянские дома, жили там с 90-х годов в Баку и в Сумгаите, сейчас пытаетесь зайти в оккупированных территориях, в Гадруте, куда наши земляки должны вернуться. На чужом несчастье части не построишь, действительно. В данном случае я белый, а может быть нет, товарищи, черной завистью, несмотря на мою вот эту кофточку, черной завистью завидую азербайджанской стороне, как они пытаются за эти несколько месяцев освоить наши коренные территории, которые 30 лет под нашим контролем были. И мы не смогли их ни колонизировать, ни интегрировать, ничего. Они ведут себя на нашей земле как хозяева и готовятся к тому, чтобы поработить нашу родину, оставшуюся ее часть в Арцахе и в Армении. А мы 30 лет были хозяевами этой территории. Мало кто из нас был в Арцахе и в освобождении. Потому что конфликт был заморожен, шли переговоры, так отвечают. Брешут на украинском языке, отвечая вам, врут, переводя на русский язык. Заморожен, сейчас заморожен, завтра заморожен. Они пытаются стать хозяевами нашей земли больше, чем мы могли в свое время стать хозяевами своей земли. И именно поэтому мы имеем тот результат, который имеем. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.